Всем привет, с вами Дарвин и Калюня Ретро. Сегодня мы продолжаем снимать самую охуенную, по моему мнению, игру. Это Saints Row 3. Это, как у нас получается, четвертая часть. Привет. Так, ну что, куда? Куда, так. Когда? Я уже немножко подзабыл. Мы уже забыли. Да, как бы давно уже не играли. Калюня тут отъезжал на каникулы своеобразные. Так, блядь, что у меня в руках? Смотри, что у меня в... Так, ебать. Купаться. Хочу купаться. Ты как хорошо. Подожди, сейчас, смотри. Хуяси, уху! Блядь, дельфины, ебать. Сейчас у меня идея есть, охуенная идея. Сейчас, если залезет, конечно. Нихуя не залазит, да? Вот. А залез, ебать. Смотри. Сейчас, подожди. Хуяси! Блядь, что ты прыгнул-то тупо? Ой, блядь. Ты нормально прыгнул? Плашмяка ёбнулся. Сейчас, подожди. Вот. Блядь. Ещё охуенно, да? Так, ну что, берем какую-нибудь охуенную хернюшку и поехали на задание. Лучше бери ты, как бы, управлять. Да, окей. С самолётами как-то самолет, да, возьмём. Так, взял себе самолет. Блядь, что это за махина розовая? Или какая сиреневая, непонятно. Фиолетовая, блядь. Так, ну что, на тап нажму. Миссию сейчас у нас новая миссия. Наркотрафик называется. Подтверждай. Моя клуша как-то еле идет. Ты видишь это? Да. Все, полетели. О, я даже вижу, да, куда дорога. Отлично. Я буду сейчас тут жечь дома. Давай тогда ниже спустимся. Да, немножко. Давай, там ментов попугаем. Попугаем? Попугаем, да. Четверг. А, смотри, она и до низу достает, да? Нормально. Да, блядь, что-то он медленно летит. Незаметно. Нет, он нормально летит, там же гиперскорость. Нет, зачем ты это сделал? Блядь, я не знаю, как это гиперскоростью управлять. Сука. Нахера ты в воздух-то летишь? Блядь, что за на? Блядь, как ее отключить? А, во. Блядь. Так, давай спускайся. Пиздец, мы поднялись. Так, 1300 метров, охренеть еще. Да это не на самолете же, ты че? А где киперскорость-то, ёлки? А да, shift, попробуй. Не, ничего. Да. На F напиши, на переключить режим. Я не знаю, тот ли это режим. Ох, нифига, видел это? Что? Ты видел какие-то гранаты полетели? А это я. А это ты забыстрел, да? Это правая. Я же офигел еще. Правой кнопкой, смотри. Смотри, а что это наверху? Где наверху? Красным что-то горит. В небо как идут лучи такие. А, да, там тусняк, наверное, какой-то. Так, ну что, вроде мы уже недалеко, да? А мы уже недалеко. Смотри, какие у тебя классные. Да. Вообще клево. Так, ну что, прыгаем? Давай прыгаем. Давай лайс. О, одновременно, почти одновременно. Рядом, да. Так. Нихера он орёт у меня. На shift или как... А, я вперед нажал, он типа быстро пикирует вниз. Я не буду так... вернее, открывать, блядь, парашют до последнего, блядь. У меня на shift всё. Не пикирует почему-то, не знаю. Не на shift, а именно я на W нажал, он у меня на... Открывайся, парашют! Блядь, я упал. Чуть-чуть. Нихера, смотри, я перед землей прям открыл парашют. Ой, я на миссию, походу, зашел. Ты взял, да, уже? Да, походу. Хуй, я не понял. Так, что? Кто за рулем? Ты за рулем, да? Да. Смотри, мент, ну ты чего утворяет? Смотри! А что на... Брейк, да. Это как лунная походка, ёбаный. Нахуй. Смотри, сзади самолет сзади. Ёпта! Азот, где азот? Блядь, этот самолет бомбанул, я тебе скажу. Нет, а! Где моя любимая... Блядь, а что у меня бушки заблокируют? Почему? Нет у меня. Ну у меня просто нету как бы этих патронов на остальных пушках. Ну ладно. Потом нету заедем в магазин. А, с нами негр едет. Смотри, у негра что за лицо. Что за негр? Да, у него, как у Слендера, ёпта. Да, когда именно поворачиваешь. Так, блять, мусарня. Так, что у нас? А, все. А, что здесь надо сделать-то? Блять, сверху. Охраняйте телку, надо охранять телку. Какую телку? Да вон там, да вылазьте, ёпта. Я вылез. Да я не тебе, я про себя говорю. Блять, тёлка, что тебе надо, тёлка? Блять, я её толкнул. Давай. Сделок совершено. Ну давай, совершай сделки, ты достал. Что ты сделал? Все, совершил. Пошли, давай, поехали дальше. Следующий. Прыгай, ёпта. Я сел, короче, сзади. Ёпта! Езжай. Да, у меня жопа горит, какой езжай. Блять, какого фига, где ты делся, да? Давай, садись. Блять, у меня же залагала игра, это вообще капец.
Не, ну у меня не сильно. Взрывы вроде... такие. Там, ну, блин. У меня тоже не сильно, но пиздец, такие взрывы. Даванул, поехали, поехали. Да, туда, да, да. Все, правильно едем. Я посмотрю, да блин, вы что? Блять. Заебали? Беспредельничать. Да это начало. Да. Это и печалька. Кстати, недавно... Зато я еду впереди. А недавно смотрел прохождение от Алекса и Брейна, когда они катались со львом. Я просто умирал со смеху, да. Это ржачно, конечно. Так, слушай, а мы что-то не туда примерно ехали? Не? Или туда? Сейчас, я там, да, просто мне некуда было ездить. Вернее, не ездить, да, повернуть. Да, да. Я, кстати, видел, что четвертая не менее веселая будет, поэтому... Да, там, по-моему, тоже весело. По-любому в нее поиграем, блядь, ёбнулся. Куда? А вон там. Кто? Где эта баба? Хуяси. Не знаю, глубокая, слышишь? А, глубокая. Это Что это? Это панк. И что с ним нужно сделать? А, блядь, у него хпшку отнял. Не убивай! А, ёпта! А, нет. Да, завершена сделка, все заебись. Мы его убили после завершения сделки. Ну, я ему еще втащил, я не хотел, правда не хотел. Блять, я башкой прямо об угол бассейна ударился. Давай, быстрей. Я сел, блядь. Сел, да? Да, поехали. Ты куда сел там, блядь? Ладно, езжай. Ладно, поехали. А ты едешь? Да, я Ты этого типа подобрал? А, нет. А надо было? Он должен вообще сесть. Так, на, напади. Че? А, напали, ёпта, надо было охранять. Что нужно делать, я не понял. Блять, его нужно довести, короче, до дома, я так понимаю. Блять, сейчас я подъеду. А, так это наш нигер, ёпты. Ну а да, да. Блять, я куда-то упал. Блять, я куда-то упал, прикинь. Да опять, что ли, в графу провалился? Не-не-не-не-не, сейчас я еду просто внизу, короче. Ты едь, короче, на указатель, если ты подобрал, типа. Да, типа подобрал, сейчас. А я сейчас выберусь как-нибудь. Не впервые. Блять, меня стреляли. А, я недалеко от тебя, слушай. А, давай догоняй тогда. Да-да-да, сейчас. Ты езжай, я догоню. Бля, как обожаю эту игру, просто пиздатая. Бля, побольше бы таких. Нахуй я типа начал пиздить-то? Пошел нахуй, говню. Что-то я тут в трех соснах заблудился. Я, короче, взял машину, сейчас догоню. Блять, у нее колеса... Ты капец-то. Блять. А куда ж ты делся? Давай быстрее. Я вот, недалеко. Да я тебя вижу, да, но ты там что-то где-то застрял. А я еду без колес, короче. Без колес. Самолет. На меня тут, блин, эта армия этих красных напала. А я на красной еду, я спасу. Так, где ты тут? Да, давай вылазь. Блять, я всех кого-то сбиваю по дороге, я не знаю даже кто это. Давай, походу, нужно, чтобы ты... А, все, не считай. Все, доехал, отлично. Или наркотрафик, окей. А, все, наркотрафик, все. Так, бабулечек нам дали. Плюс бонус еще, отлично. Еще и авторитет повышен. О, авторитет, ну да, мы скоро тут прокачаемся, слушай. Да, тут скоро крутыми будем перцами есть. Банда красных сапожек. Розов. А, да, я, блин, точно розовый. Красные, это вот эти вот пидоры, которые намешают, сука, все время. На тебе палосом тебе палосом. Подожди, как-то она не ломается. Она должна ломаться. Какого хуя ты не ломаешь кусок дерьма? Да блин, что мы паримся сейчас, отойди немного. Ладно. Ладно. Прикинь, она не взрывается. Какого хуя? Она что, бронебойная, что ли? Походу. Так, давай. Во, сломали систему. Нихера себе. Так, ну что, куда... следующая миссия, давай. Да, давай, подожди, сейчас тачку какую-то. У меня фонарики какие-то. А у тебя включились. Подожди, смотри, сейчас чего. А, блин, не то нажал. Розовые понаприехали. Хедшота был. Выкинул мусора сзади. Мусорскую, давай. Завалим. Все, прыгай. Бабах, поехали. Сейчас, едем. Выбирай миссию, я поеду. Давай, окей. Так, миссия. Контроль над городом. Подтверждай. Да, блин, зачем развернулся? Зачем, да? В ту же сторону, отлично. А я сейчас посмотрю, что там денежки, сколько нам дали. А, да, надо этот снять. 15 штук, отлично. Мне надо прокачать там взрывчатку, мне можно. Че, куда? Блять. Отлично, прокачали гранатку. Что-то он там пиздит по-английски, меня что-то раздражает. Окей, принять, отлично. А я себя пока прокачал немножко. Так, еще назад. Ой-ой-ой, разогнался я что-то. О, все, ну что. О, все, приехали. Я как раз бой прокачал. Смотри, на какой мы тачке. Офигенно. А, это не мы, блин. Негр приехал.
Сейчас мы ее угоним. Да, по-любому. О, нихера, у нее диски, смотри, золотые. Я так просто эту тачку не оставлю. Так, что нужно сделать? Зайти, наверное. А, приобретите веселую пулю. Что такое веселая пуля? Не знаю, заходим. Купить патроны и гранаты. А, наверное, патроны, слушай. А нет, может, не патроны. Купить оружие. Блин, денег мало. Что такое веселое? Блин. Честно, я купил только все патроны и все. А я не знаю, что такое веселое. Ой, что-то... вот она, граната какая-то метательная я купил. Я не знаю, что это. Блять, я нахуй ее купил. Купить патроны, купить и улучшить оружие. Вот. Давай посмотрим. Купить и улучшить оружие. У меня это все есть. Назад. Так, взрывчатка какая-то. Уже есть. Моллюска какая-то работа там. А мне нет. Так. Я не знаю даже. Все у меня есть. У меня, в принципе, тоже все есть, кроме... У меня денег недостаточно. Там новые пистолеты появились, как бы. Ну, нахуй, думаю. Я купил какую-то метательную гранату. Классно выглядит, конечно. А может быть все. А, нет, приобретите веселую пулю. Что за веселая пуля, ёпта? В патроны зайди, может там. А что-то... подожди, там куда-то вообще в другую сторону. А, нет, он сюда, да, сюда. Принять. Сейчас еще зайду. Так, патроны, патроны. Тихо, тихо, секунду. Останови запись. Так. Я не знаю, я что-то взял, какое-то оружие, но какое именно, я не знаю. Да, я тоже что-то не понимаю. Что, приобретите веселую пулю? Какую веселую пулю, ёпта? Я не догоняю, что нужно купить. Я тоже. Оружие арсенал. Что такое веселая пуля? У меня просто и денег уже нету, как бы. Да, у меня как бы тоже денег уже нет. Что такое веселая пуля? Блять, я вообще не догоняю, блядь. Купите патроны. Да я купил все патроны, все патроны. А, бля. Так, купить или улучшить, может, что улучшить? Не знаю, может быть. Так, веселая пуля. Давай полази, может, как-то называй. Вот это, может, оно, не? Ран... Нет, это не приобретите. То. Приобретите. Что такое веселая пуля, ёпта? Моллюскомёт, ёпта. Гранатомёт. Почитай, может, каждое сейчас почитаем, давай. Да, давай, почитаем. Так, хитрый. А какой-то. Что из них? Гранаты, коктейль Молотова, взрывательный уровень. Это что? Цветок смерти. Ну, точно не смешная пуля. Веселая, веселая, не смешная. А акуламет. Это вот что у меня в руках всегда. Пижонский дробовик. Так, я что-то честно не пойму. Давай опять остановим запись и уже еще раз нормально полазим. Да, может, давай. Давай. Сейчас. Магазин, сейчас я тебе скажу, куда восстановим. А, блин, а у меня как бы старт автоматически пошел, так что не буду уже. О, каюшки. Веселая пуля, это оказывается магазин. Магазин, блядь. Кто, а как ее купить теперь? Да я купил. Все. А, о, купил, неужели, да? Слушай. Блин, я в шоке, честно. Я не знал, что. А подожди, будет. Подожди, я все равно висит веселая. А, найдите вот секс-куклу. Там за переулком где-то секс-кукла. А вон туда надо бежать. Блять. Зато я себе полный комплект всякой херни затарился в магазине. Я тоже как бы магазин сел. Давай, давай, нахер, беги, детка, беги, беги, детка, беги. Так, а как... Что-то вы пешком пошли. Зря, думаю, на машине надо было. Смотри, 230 метров. У меня тут машина есть, я... Слушай. Окей. Я уже сейчас ее... Вот, все, я отработал машину. А я хотел розовый Кадиллак. А, блин. Ладно, фичи. Я взял. А, ты взял, молодец. Я еду к вам. Я еду, дети. Охуенная песня еще играет. А, блядь, я вас проехал. Да не, нормально, я сейчас догоню. А, вон, ты тоже на тачке. Так. Блядь, я думал, это уже кукла смеется. Так. О, нихера. Так, я возьму куклу. О, ебать, заебись, слушай. Так, детство вот. Всегда такое мечтал. Так, а где твой Кадиллак? Кадиллак, а вон он. Вот он, вот он. А что он синий? Он розовый. Он синий. Вам кажется. Бля, че он дохлый? Да херово, поехали. Так, подожди, мы он этого... сел? Да, наверное, сел. А хотя нет. Да плевать на него. А, нет, вон бежит. Беги, говна кусок. Давай быстрее. Блять, он не умеет как мы садиться. Смотри, он сквозь машины прошел. Так, а нам нужно 20 кукол собрать, это капец. А да, давай, гони. Сейчас, а, вон там кто-то, ух, нихера. О, ёпть. Опять охота на нас началась. Ага. Что, тормози, тормози, тормози. Насколько это возможно, я тормознул. Так, мы, блядь, когда на заправку не дотронуться, а то взорвем нахер машину.
Это нам не надо, думаю. Ты сиди, я как бы... А, блин, что опять нужно? Усадьбу купить. Ёпт. А у тебя деньги вообще есть? Да, у меня откуда-то куча денег. Я даже, по-моему, блять, а я все просрал, я потом... Сейчас, секунду, подожди, прям зайду, наверное... А, блин, тап сейчас нельзя, не работает, что ли? Тап работает. А, да, все работает сейчас. Деньги. Да, деньги, я даже не снял. У меня еще 10 штук. Нихерасе, у тебя еще и оставались. У меня 26 тысяч. А, нормально, у меня 1000, всего лишь 1884. Ну ты, наверное, там прокачался просто как бы. Да, я прокачиваюсь все время, поэтому. Так, нам надо в другую сторону. Да, давай, разбавь. А, блядь, что за хуйня. Не ори, дура. Так, ну что, куда нам? А, нам налево, да? Да, налево. О, мусоро. Оп, мусорок, не шей мне. Слушай, я все равно не могу выбрать. О, бомбу зато могу выбрать. На Q, да? Да, на Q. Смотри, что сейчас. Да я видел. Бах, давай взрывайся. Нифига, смотри, какая. Она электрическая была. Бедная девка. Не в положенном месте ты переходила дорогу, шлюха. А, кстати, мы миссию со шлюхами проходили уже, нет? А, я не помню. Нет, кажется. Мы так давно это снимали, что мы вообще ничего не помним. Что здесь было и что здесь не было. О, нихера. Что с ними нужно сделать? Убить. Херакнуть их все надо. Подожди, гранаты полить. Сука, блядь, гранаты, где гранаты, блядь? Бля, что я туплю, у меня же тут невзебенное оружие. Сейчас. Блядь, зачем ты отсел машину? Сейчас охуенчик будет. Слушай, не могу выбрать другое оружие почему-то, хотя я его прокачал. Блин, что такое? Давай, номер. Что-то они не дохнут. Сейчас все пиздато было. Вот ты можешь, да? А, все, могу выбрать. Колесико крути, ёпцы. Бабах, ёпцы. Так, где наш... Кадиллак ушатал. Давай, Кадиллак ушатал? Да. Ёбаный. Слушай, а тут деньги, да, какие-то валяются, не? А нет. Нет, ничего там. Там пистолетики валяются. А я, у меня новый Кадиллак есть. Да ну, он какой-то ватный, давай другую. Вот, давай вот это, новенькое, сейчас я отработаю. Ага, отработал, ладно, поехали. Ну, думал, на мотак можно? А нет, нам нельзя. Там же этого хрена. Вдвоем не можем, втроем, вернее, не можем. Втроем, да, не можем. На мотаке-то веселее было бы. Бля, там что-то взрывается. Нихера! Это что за херня? Ты проехал. Блять, я проехал, да. Ну, попиай переулками, ёпта. Что-то какой-то там... Ёбаный в руку. Мастер задней езды. Херенный мастер. Давай, сейчас там устроим. Ладно, выпрыгивай из этой развалюхи. Блять, выпрыгнул. Реально выпрыгнул. Все, у меня заработала эта херовина. Сейчас все пиздец всем будет. Охуенно, блядь. Смотри, сейчас что будет. Блядь, что творится? Ёбаный в рот, устроили. Охуенно, блядь. Ой, блядь, оживи, братка. Где ты? А, не, я живой. Ты норм, ты все. Блядь, тачки нету, нихуя. Кто меня стреляет? Блин, нихера себе. Что взрывается там? Это я, блядь, вот эту хуйню хочу убить. На тебя, сучка. Так, что? Так, ну нам дальше ехать. Поехали. Она двухместная. Куда ты поехал? А подожди, он следом за нами на другой... Да, он следом за нами едешь. Он сейчас отработает. Видишь машину? А, отработал, да, красавчик. Я себе не ожидал. Не ожидал я с него такого пылу. Там музыка из пипца, что ли, блядь? Хую. А нет, там какой-то этот вальс, что... Блядь, бросили товарища. Товарища, блядь, забыли мы товарища. Чё с ним там не так, сука, езжай быстрее. Отстаёт лошара, блядь. Гони, детка, гони. Это я, получается, акулами стреляю, а короче. А чё, какой-то ты чёрной херней какой-то стреляешь, а не акулами? Да-да-да, это акулами, короче. Я сам не знал, что это чёрная херня, это акула. Да? Это кровь, короче. Чёрный кровь. Блядь, да запарил ты тормоз, давай быстрее едь, ёпта. Блядь, я тебе говорю, лучше его на машину нахуй посадить. Да так у него тоже одноместная, ёпта. А, нет, у него нормально. Хуясе. Давай залазь. Ну, блядь. Ну, ещё что-то там въёбывается. Блядь, чё упал. Давай, садись быстрее. Давай. Так чё он там встал-то? Говнюк, садись. Садись быстрее, ёпта. Золотовласый, поехали. Ебать, что с машиной? Смотри, на чем она едет. С левой стороны вообще жопа. Охуенно, кстати. Да, кстати, так даже круче, чем без шин. Чем шинами. Управляемость пизжа. Да, кстати, она устойчивее стала. Конечно, к земле придавило, считать. Так. Так, где-то поворот, а вот поворот. Только войди в поворот. Блять, почти вошел. Вот кто им, блять...
заставлял, кто их ставит эту херню на поворот? О, блядь, чуть мы не туда поехали. Я вылез, я успел. Я тоже вылез. Смотри, как акулой уделать надо. Так, прятаться надо спрятаться в магазине, ёпта. Пиздец. Да? В оружейном магазине только и прятаться. Охуеть. Так, надо что-нибудь там... Давай прикупимся. А у тебя есть деньги-то прикупаться, ты собрался? Да, есть. На патроны у меня хватит, я просто патрончики хочу купить. Так, мне надо затариться, граната, всякая хуйня. Блять! Что такое, почему вышло? А, все, прошли. Если получится, давай оружку сейчас купим какую-нибудь еще. Да, там да. Я уверен, что там куча няшек. Охуенно. Куча няшек. Которыми мы будем сносить головы крас. О, отлично, слушай. Я, кстати, хочу купить вот эту какую-то там рыбную-то твою, а рыбное оружие это твое. Она, короче, в нижнем, а я хочу дробовик себе взять. Да, давай. А как дробовик взять? А почему у меня не выбирается, как бы, херово? Блять, а я тоже не могу выбрать. Там как бы галочка стоит, а она не выбирается? Да. Надо в доме выбирать. Блять. Там. А, оружие в арсенале, заходишь, вот, и меняешь, вот, в оружие в арсенале, заходи. Сейчас, секунду. Вот, и я выбрал сейчас, осталось только патрончики купить, потому что у меня... А, вон где, точно. Так, оружие в арсенале, сейчас надо поменять что-нибудь. Пистолеты какие-то не херовые, вернее, херовые наоборот. Так, снайперка есть, нормально, вдруг понадобится. Патроны, старинные. Так, патроны. Гранатомет обязательно оставляем. Эту штуку обязательно оставляем. Так, ну надо патрончики осталось купить, думаю. Да, я все как бы я уже затарился, нормально. Так, я тоже. Отлично. Так, гранаты. Конечно. Гранаты я полностью тоже купил. О, день на улице. А ты все купил гранаты, да? И молотого, да, и... Да, я все купил, только вот я не знаю, как выбирать. Да без разницы, одну отстреляешь, другую возьмешь. Ох, нихера себе! Ты это не видел? Блять, я это вижу. А ты это видишь? Нихуя, еще и орёт. Смотри, что там творится с людьми, ёпта. Там покажи. Как... Вон, иди сюда. Стрельни. Вон, смотри, у него на голове эта херня висит, видишь? Сейчас он бабку ёбну, сейчас подожди. Куда? Давай. Тупая. Стреляй. Тупли промазал, как так? Бля. Вот, смотри. А, да, нихуя. Жирана жгёт. Чё она творит, блять? Красная хуйня, смотри, идёт. Да, нихера, да. Что дробовик делает, видал? Да. А я, кстати, так, подожди, блин. Что такое? Бабка ходит, короче, на голове с этой хуйней. Это как в Халфе, ёпты. А её убить нельзя. Нихера себе акула, ёбаный рот. Я же говорю, акула, блядь, натуральная. Так, там гильда фаршем, акулим, ёпты. Кстати. Ох, нихуя себе. Блядь, так, что она творит? Охуенно. Ладно, похер, я с РПГ с таким своеобразным побегаю. То, блядь, нас стреляют какие-то гондоны. Так, давай, я возьму миссию. Так, а дробовик охуенен. Деньги так, давай. Переводим. Бери. Да, блин, меня сбили. Миссия. Подтверждай, короче, я уже давай, зашел, давай. Взял. Поехали. На собой, кстати, сбили. Так. О, ебать, что это за хуйня? Где? А вон там поехали такие большики. Давай, ёп. Да ну нахер, вылазь из этой машины, у нее даже колес нет, ёп. А, это ж сбил нахер. Блять. Так, надо что-то попиже взять. А смотри, вот она попиже, вот она, рыба моей мечты. Догоняй. Где, блядь? Да, догнал. Отработал, смотри, рыба моей мечты. Что ты там взял? Где ты, блядь? Что это, блядь? Сейчас, подожди, котелак, блядь. Сейчас так. Можно. Поехали. Блядь. Сейчас будем это, в рабство, ёпта, всех это. Блин, только плохо эта херня не взрывается. Раб мой, блядь. Сынок, как это выглядит. Сука, у меня слезы потекли. Блядь. Что тут есть, Инсал? У нас коктейль Молотова же есть, ёпта. Херачим, ёпта. Чё? Нет, это граната была. Блядь, что за нахуй? Это твоя телега еле едет. Ничего, да. Блядь, что-то розовое в машинах, смотри, какие-то розовые типы ездят. Или это ты, блядь, всех поработил уже? Наверное, слушай. Блядь, куда едешь, гондон, кто тебе права давал? Хуярим, блядь. Ебать, видал, что моя машина убила? Да. Ох, нихуя себе, блядь, вот это монстр. Блядь, мне, честно, мне уже надоело такой ехать. Давай вылазим из этой херовины, она не нравится. Давай. Мне сразу не понравилось, блядь. Я через твой вход, прикинь, вылез. Все, я тачку взял, пиздатая вроде тачка. Шатик, блядь. Ну так еще это. Зеркало опустил. Нихуя себе, ебать. Поехали. Рейс. У меня написано Рэй Кастлер. А я не. Я хер на что там было написано, я не читал.
Такая песня. Та-та-та-та-та-та-та-там. Другая почему-то играет. Где-то у меня такая играет. У меня такой кочевый хип-хап. Кочевый хип-хап. Да, да. О, нихера себе, блядь! Ой, блядь, я сейчас устрою вот каналью, блядь. Что делать? Гаси вот эти красные. Деньги, слушай, нам деньги за это дают. Да ладно, блядь. А че? Нихера! А, тут автомат. Блядь. Ну, нахер. Это пиздата, блядь. Это нам надо город, что ли, уничтожить? Да хер. А, тут какие-то точки надо разъебашить. Да, едем. Едем на точки и одновременно еще и хуярим. Да-да-да. Можем, блядь. Слушай, может быть, на один этот танк сесть как бы проще будет, мне кажется. А ты, может, так нельзя? Не знаешь? Я честно, не могу сказать. Да, можно... остановись, слушай, да, я сяду. Давай, попробуй. Сейчас, попробуй. Нам сейчас. Просто деньги идут, я не знаю, они нам в общак идут? У тебя сколько тысяч написано? А, блин, я просто не вижу. А, у меня 104. А, ну 105, да, вот сейчас. Да, на, мне нельзя вылезти, такая херня. А, нельзя, да? Ну, нельзя. Тогда поехали. Я так, в принципе, и думал, почему. Так, блин, тут все вроде разгружается. А, вертолет. Блять, вертолет, ебаный. А, блин, я не могу достать до него. Почему? Я могу. А я нет. Или не могу. Блять, ты меня. Что за херня, блядь? Ты сзади меня просто. А что так? Блядь, что мы устроили, нахуй? О, тут починка, ебай. А, во, вертолет, ёпта. Во, ебать, сбил, да? Да-да, я его сбил. Блять, ебаный с РПГ. Ты их надо ебашить. А где ты их видишь? Там еще вертолет, бля, где он? Хуй, я машины ебашу, все подряд ебашу. А, ебашу. Это и есть вертолет-то, что ли? Нет, нет. Не-не-не, это другой по-любому а вертолет. Где, ёпта? Блять, я вижу, что стреляет кто-то сверху. А, нам нужно 225 тысяч набрать, да? Да-да-да-да-да. Интересно. А, расхерачи все подряд. О, как это я люблю, ёпта. Сейчас устрою. Вон они, вертолеты, вон они, вижу, вижу. Где, где? Ну, там за дом пролетели. Сейчас я его догоню, наверное. Пиздец, нам денежки такие дают, заебись. А прикинь бы, нам еще их дали, как бы в натуре. Обновить, а, не дадут, да? Я не знаю. Блять, дали бы реально, это было заебись. Так, где вертолет, я не могу. Блять, вон там слева. Блядь. А где-то здесь о, уже. Видишь, вон, видишь? Вот он, вот он. Да, блять, не попал. Не, попал, попал, попал. Заебись. Охуенно, блять. Блять, сзади меня какая-то машина. На, блять. Стояла, блять. Так, нам тут чуть-чуть осталось, это же так, блин. Да. Блять, оставили бы нам эти деньги, очень надо. Да, да. Все бы купили здесь, в этом городе, ёпта. Да, да, да. Блять. Что за блять? Блять, не могу попасть в мусорник. А где там? А, вот. Вот, ебать, их дохуя, тут а все про. Мы уже слизка уже ебанули. Да, о, у меня улучшение какое-то появилось, слушай. Да, мне что-то. А куда ехать? А что надо. Блять, нам, нам просто надо за вот это время набрать 225 тысяч. Ну мы уже с лихвой. Еще а, все, все, все. Тут еще и время, что ли, шло, блядь. Да. Так, танк разгром, отлично. Окей. Сука, ты видишь, сколько нам бабок дали? 2700. Пиздец, что за хуйня? А может нам больше дадут, просто когда нам перевод, там, по-моему, по десятке как бы давали, может сейчас больше. Ну, да, да, да. Сейчас, сейчас посмотрим. Я посмотрю, да. Разберемся сейчас с местной браткой. Так, брат... сейчас я на таб... Блять, какого хуя тебя начал какой-то китаец бить? А, да, у меня десятку. Толстый китаец начал тебя бить. А, подожди, нет, у меня средств. Нам не дали денег даже, прикинь. Как? Не знаю. Вот у меня ни вообще ничего нет. Хуя себе, ебать что-то творится. Тем блять, ебаный мусорник. Мусор, ёпта. На, нахуй. Ай, блядь. Не жать. Так, слушай, сейчас посмотрим, что у нас там. Деньги, сколько мне дали. Денег не дали. 16 тысяч, почему? Не, мне не дали. Почему? Не знаю. Так, мне... здоровье, вот. А, новые няшки появились. А, у меня 45 штук. Прокачка появилась, слушай, новая. Братки, братки, нафиг эти братки здоровье? Прокачаем здоровье. А, я здоровье прокачал, сейчас урон буду прокачивать. Блядь, денег. Слушай, у меня 4 тысячи осталось, вообще. А, прикинь, я одну фигню прокачал, да? Сразу 20-ку сняли, нихера себе. Да, я же говорю, они дороговатые. А, миссия, ну что, давай, следующую. Сейчас, секунду, да? Я одну фигню прокачаю, и все. Так, ну я взял миссию. Слушай, а может... Хотя нет, я думаю, мы продолжим. Да, давай продолжим, где-то минут 40 запишем серию, потому что как бы она записывается довольно-таки мало, ну, по размерам. Ну да, 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 в принципе, отлично, все. Поэтому можем с этим справиться. Даже сам, если я не ошибаюсь, два раза больше записываться. Как. Да, ну, да, да, непонятно почему, хотя у сам по графика намного хуже. Да, да, да. Ну, мы сейчас, думаю, эту миссию пройдем и, думаю, завершим, потому что так, в принципе, долго уже эту серию... сделали. Я думаю, она так и есть, как ты и хочешь. А, минус 40 ты имеешь в виду? Да-да-да, вот в этом роде. Так. Гранат у меня еще до хера, в принципе. Ты куда гранаты-то кидаешь? А похер. Ты, да, под себя-то не надо.
Они ж не подорвут нас, блядь. Они электрические. Так. А как другую выбрать? Вот в чем вопрос. А там я не знаю, кстати, тоже я что-то не догнал, как выбирать другую. Так, мы доехали. Ай, что-то сейчас придумаю. Ну, какой-нибудь такой... Нихера себе, что такое. Это мои гранаты повлияли. Ладно, пропускаем. Да, пропустим. Геймис, не геймис. Не хочу я ваш геймс. У меня и так Saints Row затягивает. Кстати, вторая часть, я видел, довольно-таки прикольная. Я обязательно скачаю и поиграю в нее. Даже если можно будет коопа, можно будет, конечно же, поиграть. Ну, как-то мне вторая часть не понравилась, знаешь, там как-то... Ну, я попробую все-таки... О, хера себе, блядь! Мне все-таки интересно, что там будет. И, кстати, и второй... Что это такое? Я даже первую часть посмотрел. Ни хера там лунтики, блядь, какие-то. Блядь, они нас стреляют, хох я. Что за хуйня? Это вот ханали. Блядь, у меня только пистолет, у тебя тоже? Да, у меня два пистолета только и все. А куда, блядь? Блядь, меня током ёбнуло. Сейчас я этому лунатику ёбну, блядь. Блядь, не прошёлся. На... О, нихера, прям под яйца ебанул ему. Охуенно, блядь. Так, а где ещё? Блядь, кто в меня стрелял? Что за гондоны? Нихера, там это бурги. Блядь, нихера меня ёбнуло, блядь. Ах, блядь, как и меня, по-любому. Завалась, ёпта. А почему у нас нет оружия нормального? А я не знаю, это какая-то, блядь, это... Что это такое вообще? Это турнир какой-то? Хуй блядь, называть. Меня током ёбнуло. Или не пойму даже, чем ёбнуло. Так, вон там уже что-то... О, подарок какой-то. О, подарки, оружие, слушай, иди сюда. Блядь, здесь подарок. Сука, я горю. Блядь, я загорелся. Ну, не знаю, на подарок мне что-то не дали. Блядь, это, походу, только мне, не знаю. Ну, ты просто взял, наверное, как бы первым. Ну, его, по идее, да. Даже... Ну, я думал, как бы двойная ж это, должны были двоим дать. Хера тут, блядь, лунтиков этих ёбаных, блядь. Блять, обезьяны, 3000 тоже набить надо. Ну мы уже набили, считаешь? Ну да, все, уже 3 штуки. Блять, я опять загорелся. Да ну нахуй. Так, там что? О, подожди, подарок мой. А, вот, бери, я не видел его. Нихера себе, вот эта пушка, слушай. Офигенную, да, дали? Да, какой-то. Блять, меня током опять ёбнуло. Да что за хуй? Там какой-то слайд. Блять! Загорелся, сука. Какой-то луч, блять. Луч. Луч смерти, блять. Бесконечные патроны, вот что мне нравится. А, да, круто. Блять, я опять горю. Какой-то пидор передо мной. Кока-кола, блять. Кока-кола, блять. Поела, что ли, кока-кола, блять. Я прыгать, блять, начинаю. Ай, уже. Нихуя меня трахнуло, блять. Ну, слушай, это наш. В нашей розовой одежде, короче. А, этот, это как в стандартах там. Да-да-да, как в самом начале. Все, ничего. Слушай, подарков до хера. Ага, дали бы нам эти подарки еще. Сколько дадут хоть денег-то? Не да деньги так же, уже. Наверное, 2 штуки где-то дадут. Наверное. Сейчас посмотрим. А, 4 дали. 4, да. А, 5, даже 5. 4 стоят. Мне 5 и дали. Эти еще штук 20, да? Ну... А, я не знаю. Сейчас посмотрим. По идее, должны. Так. Так. Блин, сколько тут всякой фигни-то. Да. У меня мент уже херачит. Магазин. Так. Ой. А мне опять денег не дали. А, нет, слушай. Да они дали мне опять денег. Я не знаю, почему так. Там, может, тебе кажется, как бы они дают на самом деле, а... Нет, там заходишь в таб, как бы, и там да. деньги, и там такая загрузка, ну, перевод денег. А, ну, денег. У тебя, может, сверху уже написаны, как бы, деньги. Да. У меня не написано. Нет, ну, у меня не изменилось, как бы. Вот, еще. У меня... Сколько у тебя там? У меня 27 тысяч. А, ну, у меня 15, блин. Ну, просто ты все потратил ведь. А, ну, я все качаю, да. Все, что появляется новенькое. Дурная слава, принять. Дурную славу какую-то качнул себе. Блять, сколько я всего качнул. Все почти прокачал. Блять, ты танцуешь, тебе похуй, ты в своей атмосфере. Да, блядь. Нихера нас там. Блять, за 5000 увеличил себе здоровье. Нахуй я это сделал? Ну ладно. А, увеличилась линия здоровья. Ты хорош прокачиваться, тут нас скоро замесят, ёптать. Блять, какого хуя вы... Блять, я кулаками... Пишу. Где мое оружие? Слушай, а что ты паришься, я не пойму. Пошли. Ай, блядь! Супергерои назад не смотрят. Супергерои на огонь не смотрят. Что ты там взял такое невъебенное? Бля, а что это такое вообще? А не надо. Начать с ЭКП профессора Дженки. Это просто как бы развлечение, да? Я не знаю, тут, наверное, как бы дополнительные как бы миссии. А, миссии. Да. Окей. Ну, наверное, давай закончим на эту. На этих взрывах закончим эту серию. Да, это у нас 4-я серия по Saints Row. Так. С вами был Калюня Ретро и Дарвин. Всем мы пока. Мы слиться будем и дальше. Всем пока.